крупнейшие международные компании веками скрывали секреты успешной карьеры. До сих пор многие думают, что стать их сотрудником можно лишь имея влиятельных родственников. Или устроившись на низкооплачиваемую должность в небольшую фирму, чтобы к старости накопить достаточно опыта и получить работу в международной компании. Это заблуждение. Мы раскроем настоящий секрет. Вы готовы его услышать? Важно правильно выбрать, где получать высшее образование. Например, программа бакалавриата «Мировая экономика и международный бизнес» Высшей школы экономики и менеджмента УРФУ. В 2015 году она получила признание на мировом уровне. Международную аккредитацию ЕПАС Европейского фонда развития менеджмента. Подобный статус в мире имеет лишь 101 программа бакалавриата, магистратуры и MBA. А в России их всего 5. Аккредитация подчеркивает высочайший уровень подготовки выпускников ВШМ УРФУ. Интернациональный состав группы обучения. Иностранные университеты-партнеры для обучения семестра за рубежом. Предметы на английском языке. Возможность получить международный языковой сертификат в процессе обучения. Лучшие международные преподаватели и успешные практики. Модули и мастер-классы от практиков международного уровня. Поддержка талантливых студентов. Большая часть наших студентов получает предложение о трудоустройстве после прохождения практики в партнерских компаниях. Выбор за тобой. Узнай подробнее на сайте Высшей школы экономики и менеджмента УРФУ.